Привет, меня зовут Боб Уссоро, я архитектор, художник и педагог. Я автор методики английской грамматики методом Боба за 10 дней. Я создал очень специальную систему для русскоговорящих населения. В чем суть методики? Идет сопоставление грамматики английского языка и русской грамматики. Очень доступно для тех, кто говорит по-русски. То есть 3 лет я в колледже учусь, в лингвистическом. Я больше поняла о времени. Честно говоря, даже не знала будущее время. Я просто знала только просто простое будущее. И потом только благодаря вашему уроку я узнала больше, то, что есть другие времена. Разобрался обычно с этими, ну, где что должно стоять в предложении при задавании вопросов или при просто построении предложения в разном времени. Вот. Вы знаете, я наконец-то поняла, что такое перфектная форма. То есть perfect tense in future, perfect tense in past. Я поняла это. Потому что до этого я хорошо знала simple tense и continuous tense. И все. Perfect continuous. И perfect tense я вообще не понимала, как его употреблять, в каких случаях. Ну, вот это вот с помощью вас я поняла, честно, если честно признаться. Thank you.